Salam dostlar, bölüm 15. Yəni axırıncı bölüm, final bölümdür. Görək başımıza nə gələcək. Я не мог заснуть. Дела шли паршиво и грозили стать еще хуже. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фальконе. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Ага, телефон звонит. Юрек, чем? Я не знаю. Да, алло. Вито, это Эдди. Слушай, приходи... Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карло ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас же. Не заставляй его ждать. До встречи, Вито. Демек... Dediyimiz düzgün çıxdı. Eddie zəng vurdu. Deyir ki, bəs Carlo səni plantariyada gözləyir. Gəl günə. Gedi o dediyinə məsələdir. Deyir, yox, heç deməyib. Deyir, sən gəl günə. Okey, paltarımızı geyinək, çıxalım çıxalım. Мистер Скалета, садитесь, пожалуйста. Эй, старик, ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Ну? А вы... Это наш друг, мистер Чо. Да, ты что за хрень творится, Лео? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убиты, половина людей мистера Чу убиты. А теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу. И выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на кого он махал, когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили? Он работал на федералов. Он сучился. Поэтому парни мистера Чу так и поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карло. Но я друзей не забываю, Вито. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карло. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Фрэнк и комиссия голосуют за твой труп. И мистер Чо. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карло это тебе спустит? Ты уже ходячий труп. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем пахнет. Карло Фальконе кто угодно, но только не дебил. Ладно, остановите. Помни, мальчик, это твой последний шанс. Где инди машина? Машина табак, машина где? Get a car.
Привет, парни. Привет, Шалом, 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 босс хочет тебя босс видеть. Görmek круто, istir. Я бы тоже его повидал. Только... только одно видео. Отдай мне ствол. Силаху вер мене. Ну ладно. О, яхшу. Держи. Ала. Эт, Алжанса. Шарафет. Редиска!
Смотрите, кто пришел. Вот кого они послали. Это оскорбление. Что они тебе сказали, Вито? Убери меня, и он ты просил. Ты правда думаешь, что они спустят сен все, что ты натворил? Хотя шестерки никогда не видят всей картины. Но görmedi. Твой приятель все понимает. А Джо? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же. Верность — странная штука, да, Вито? В этом деле друзей не бывает. Твой дружок Лео тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решеткой. Ты просто шестерка, Вито. И всегда я ее был. Когда ты наконец поймешь? Просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? Они используют тебя, Вито. Как Клемент ты используешь. Как я тебя использую. Как эта крыса Генри. Ты поручился за эту мразь. Привел его в мой дом. А теперь, тупой болван, ты за это заплатишь. Давай, Джо. Эй. Собираешься нажать на курок? Ну давай. Чего ты ждешь? Вито. Давай убьем подонка. Насчет три. Раз. Че? Два. Уч! Черт! Кто-нибудь уберите этих психов! Свихнулся, да? Я посмотрю. Давай уже! Их там всего двое. Знаешь что, Карло? Карло? Последние 10 лет я только убивал, и все. Я убивал за свою страну, убивал за свою семью, убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это... Это для меня. Долбанный хрен. Очень надеюсь, что вы знаете, что делаете. Не волнуйся, все на мази. О чем он тут говорил? Он сделал мне предложение. Да, это-то я понял. Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня капа. Даст свою команду. В общем, все, о чем я мог мечтать. Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, ты мне 5 долларов борщит. Окей, чак сюда. Это еще что? О, бу не дебеле. Порядок, Джо. Нормально, я. Готово? Готово. Ну ладно. Окей. Тогда есть что отпраздновать. Он дотесты. Поехали. Навестим девочек. Мне нравится. Пошли со мной, Вика. Нам нужно еще поговорить. Ладно, увидимся там. Ладно. Ага. Так что там за тайны? Не, тайны не. Не сир. Не, 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 не
Прости. Джо в сделку не входил. Bu səfər də Leo gəldi ona kömək eləməyə, onun canını xilas elədi. Amma Vito'nu bu söhbətdə aid eləməmişdi. Belə, final bölüm, 15-ci bölüm final bölümü idi. Oyunumuz bura qədər idi. Videolarımı bəyənin və çox xahiş edirəm. Kanalıma dəstək olaq, abunə olaq, paylaşaq. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında deyirəm. Bir də onu da deyim. Facebook'da səhifəmiz var. SCA Oyunlar səhifəsi də var. O səhifəni də bəyənsəz, əla olar. O səhifədə də hər cür yeniliklər, videolar, nələrsə hamısı olur. Bir daha deyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında.